Пресс-служба Совмина Республики сообщила, что Совет министров ЛНР согласовал новые тарифы на перевозку пассажиров в автобусах, работающих на городских, пригородных, междугородных маршрутах, а также в городском электротранспорте. Проезд в автобусах, работающих на городских маршрутах – 10 рублей. Проезд в автобусах, работающих на пригородных и междугородных маршрутах – 1 рубль за 1 километр. Проезд в городском электротранспорте – трамвай-троллейбус – 8 рублей. Также определены следующие тарифы на перевозку багажа. Перевозка одной единицы багажа в автобусах, работающих на городских маршрутах – 10 рублей. В автобусах, работающих на пригородных и междугородных маршрутах – 10% от стоимости проезда пассажира. Перевозка одной единицы багажа в городском электротранспорте трамвай-троллейбус – 8 рублей. Тарифы были разработаны комиссией при Совете министров ЛНР по рассмотрению вопросов и разработке предложений в сфере транспорта и жилищно-коммунального хозяйства. Новые тарифы вступят в силу после процедуры регистрации проекта приказа в Министерстве юстиции Луганской Народной Республики, а также по истечении 10 дней после дня их официального опубликования.